Отряд сотрудников Сибирского спасательного центра сейчас дислоцируется в Солнечинском районе и выполняет задачи по предотвращению паводка. Однако 24 мая им пришлось отвлечься от реки и переместиться на дерево. Местные жители сообщили, что на высокой черемухе сидит медвежонок и рычит. Прибыв туда, поставили лестницу для эвакуации медведя с дерева. Медвежонок всячески сопротивлялся, шипел, махал лапой, не шел на контакт. Пришлось проявить смекалку, обернуть его в курточку, после чего медведя спустили вниз. Сначала косолапый попал в местное охотосообщество, а когда там поняли, что в лес четырехмесячного медвежонка не вернуть, передали его в барнаульский зоопарк. Здесь Потапа, так назвали малыша, подселили к сверстнице Глаше. Но, иди сюда. Это уже привыкло, Глаша. А тут еще кидается. В гости к Потапу сотрудники МЧС пришли не с пустыми руками. Принесли с собой сгущенку, но накормить его лакомством удалось с трудом. Зато соседку Глашу оторвать от угощения было практически невозможно. Глаша, иди сюда скорее, на, попробуй. Вкусно? Ай, какая прелесть. На. Потап, будешь? Иди сюда, Потап. Потап, иди сюда. Он пока еще побаивается. Но тоже возникает уже желание. Потап, иди сюда. Иди сюда. Видишь, как вкусно? Ну, там положить, возле мусора. Смотри, как вкусно, Потап. Дай попробуем ему дать. Глаша, отойди. Отойди. Уйди отсюда. На, Потап, на. На, мой хороший, на скорее. Иди сюда. Еще не привыкший к вниманию людей медвежонок все же отведал сладкого угощения. Пока гости кормили косолапых, вокруг клетки собралось много зрителей, которые от увиденного получили массу позитивных эмоций. И похоже, Потап уже становится любимцем посетителей. Галина Юмашева при содействии пресс-службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.